Всем привет! Сегодня поговорим о еде, а именно о фастфуде. Посетим кафе KFC в России. По-русски drive-thru называется авто. Например, Mac авто, KFC авто. Итак, мы подъезжаем к кафе. Передо мной другие машины, и я жду свою очередь. Ну вот, настало время моего заказа. Здравствуйте. Я бы хотел заказать кофе. У вас есть за 49 рублей? Да, конечно. И у меня еще есть купон на Boxmaster за полцены в терияки. Хорошо, сейчас, секундочку. Капучино для вас, правильно? А, да, капучино, пожалуйста. С карамелью попробуете? А, да нет, спасибо. Хорошо. И Boxmaster терияки, да, у вас? Да, Boxmaster терияки, правильно. Хорошо, с сыром будем делать? А, ну, стандартный, какой он идет. Хорошо. Это весь ваш заказ? Это весь заказ. 140 рублей, приезжайте на окно оплаты. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Я решил заснять, как это происходит. Ага, хорошо. Подъедьте ко мне поближе. Да, он мне мешает просто немножко. Хорошо, есть место. А, ну давайте. Еще не очень. Ну ладно. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо большое. На кошечке выдачи получите свой заказ. Отлично. Приятно. Спасибо большое. Пожалуйста, приятно. Просто чудесно. Спасибо. Приезжайте. Всего доброго. До свидания. Ну вот мы и сделали заказ и купили еду. Теперь у меня на руках кофе и Boxmaster. А вы любите KFC? А теперь полезные выражения этого урока. Я хочу заказать кофе. Я хочу заказать кофе. Another way to say that is... Я бы хотел заказать бургер. Я бы хотел заказать бургер. Я хочу заказать капучино. Я хочу заказать латте. Я хочу заказать американо. Я хочу заказать куриные крылышки. Я хочу заказать стрипсы. Можно мне кока-колу? Можно мне кофе и бургер? Now, if you want to know if they're having any specials on anything, you might ask them. А у вас есть акции на кофе? А у вас есть акции на кофе? А у вас есть спецпредложения на кофе? А у вас есть скидки на что-нибудь? Проезжайте к окну оплаты. Спасибо, ваша сдача 60 рублей. Вот ваша сдача. Спасибо, приезжайте снова. Okay, I hope you guys enjoyed this lesson. And stay tuned, let me know what you think. Bye.